Всем привет, дорогие друзья! Чистый ровный участок. Сейчас мы его разграничим и будем планировать на этом месте строить сарай. Участок разбил, колышки поставил. Маленький лайфхак. Земля дубовая, хоть и прошел дождь. Берем культиватор, прокапываем все это дело. Вот таким образом, примерно сантиметров 15, вот я уже начал вывозить верхний слой грунта, и вывозим. Дальше прокапываем культиватором еще сантиметров 20 и снова вывозим. Не надо мучиться штыковой лопатой это все вскапывать, все легко и просто. Друзья, 4 часа работы, все выкопано. И 30 сантиметров песка завез. Поливать не буду, потому что дождики намечаются. Они польют, и песок усядется. Площадка залита. Как заливал, заснять не успел. Миксер быстро приехал. Нужно было бегать, растаскивать. Вот так вот получилось. Пользовался двумя инструментами, обычной вот такой вот тяпкой стягивал. И вот такой вот самодельный инструмент. Длинный шпатель, ручка отломилась. На скорую руку прикрутил к обычному черенку простому. И очень отлично, как вы видели, разровнял. Несколько дней шли дожди. Периодически они переставали, я приезжал, работал, но не успевал заснять. Под дождиком. После того, как мы залили плиту, далее прокладываем 25-ку, предварительно ее обработав отработкой. Ее и закрепил с промежутком примерно в 70-80 сантиметров анкерными болтами. После чего ставлю колонны 50 на 100. Предварительно установив дверь, где она будет у меня находиться. После того, как все колонны выставил, делаю прожилины, чтобы каркас был более жесткий. Прожилины делаю тоже из тех же досок 50 на 100. Затем устанавливаю лаги, то же самое 50 на 100. И начинаю зашивать сарай. Зашить было принято решением листом ОСБ. Слишком золотой сарай, нет смысла делать, поэтому девятка ОСБ влагостойкая. Так как между крышей и ОСБ остается зазор, а в нижней части я не планировал ОСБ ставить прямо на землю, буду отмерять и вырезать так называемые клыки. Туда будет подставляться ОСБ, щель между профлистом, который будет закрываться крыша, накрываться будет минимальная, тем самым здесь будет небольшой зазор. В тот же момент по листу будет стекать, а не подтекать внутрь. Обшив ОСБ, получается вот такая вот картина. Пробил сразу 25-ку. Хвосты отрежу чуть позже. На сегодня уже работа окончена. Внутри чем-то напоминает каркасный дом. Вот он, каркас весь. К нему прикручивается все. Стоит очень крепко. Остался последний штрих зашиться. И с задней стороны поставить водослив. Все, друзья. Крыша накрыта. Сарай готов. Очень быстро, очень просто. Вот таким вот образом выглядит все изнутри. При желании можно утеплить и зашить еще раз ОСБ. Но я этого делать не буду. Это хозпостройка, это сарай. В нем будут храниться какие-то инструменты, садовый инвентарь. Сзади в дальнейшем еще подрежу балки, к ним прикреплю водослив и поставлю бочку. Будет стекать с него еще собираться вода. Друзья, на этом у меня все.
Если остались у вас вопросы, задавайте их. Отвечу. Всем пока.